Я на балкончике поэтов, конечно. Вот. И знаете, ну вот, вот там батя, Михаил Казинник, Юлия Пикалова в двух образах. Вот Казинник, вот так вот видно. Поэтому это балкончик поэтов. Я еще полупоэт, полужид, полуукраинец и так далее. Вот, и поэтому... И поэтому я сижу на балкончике поэтов и питаюсь поэтами. Ребятки, я знаю, что вам непривычно, что я в очках, но на самом деле свет моя направо. Она говорит, есть такой инструмент, который называется очки, которые позволяют видеть то, что ты изображаешь. И я вот сейчас вижу, и, блин, такая харя. Ладно, вот. Дело в том, что «Трехминутку любви» от Ивана Нави мне надо опубликовать, потому что Украина. Да, потому что Украина. Потому что я хэцэжид, полужид, полуукраинец, жидобандеровец по крови. Вот, поэтому я должен все-таки сказать свое, не знаю, веское или невеское, не знаю. Не знаю. Но свое слово за неньку Украину. Потому что, понимаете, в чем дело? Я считаю своей родинкой Израиль, отчизной Украина. Ну, по отцу, по матери. Вот, по отцу украинец, по матери еврей. Даже больше полужизни я прожил как украинец, и батя мне передал все украинские ценности, все, как это сказать, историю, да. Я покопаюсь, конечно, но до прапрапрадеда я своих прапрапрапра знаю. И поэтому оболтым, ой, чуть не упал, оболтым, чтобы они взяли Украину, нас никогда никто не смог поработить. И вот я прочитаю все-таки такое стихотворение. У меня есть тут послание Путину, может быть, его успею, 50, да, успею. Вот. Полужид, полуукраинец, короче, жидобендеровец россиянам Путину, ой, жидобендеровец по крови россиянам Путину, Иван Золотко, иврит Золотко, украинский, Путину. Оп, вот так вот будет лучше освещение. Ты на месте высокой горы сделал полную яму. Да не в нас ты стрелял, увы, свою родную, родную маму. Вот такое. Все. Трехминутка, ну, четырехминутка, беседа. Ребятки, бывает, иногда не укладываешься из настроения. С вами был Иван Нави.